Делимся караваем. Нас встретили на белорусской земле. Сегодня 21 июня. Время 10 утра. Счастливой вам дороги. Вот так гостеприимно нас встретила Белоруссия. Мы передали факел мира белорусской земле из Смоленщины. Сегодня мы закончили пробег по Смоленской области и вбежали в Белоруссию. 4 дня будем бежать по Беларуси. Белорусские юные спортсмены. Они будут бежать, нести факел мира вместе с нами по родной земле. Передавать от факел от сердца к сердцу, из рук в руки. Это Лена из Брянска. Катя из Чебоксар и Гундыга из Латвии. Сердце возьмем в ладони, велим его вечно сиять, смотреть на весь мир с любовью, священный свой долг исполнять. Это долг, это обещание нашей души, придя на эту землю, стать помощником Творца и сделать этот мир прекрасным. Сделаем этот мир прекрасным. Спасибо.